Сколько осталось? Они только начали. Молодец. Он уже говорит, что прошло 5 секунд. Уже пора свести. Да. Ой-ой-ой. Накал страстей. Отойди назад. Шолопо. Ну еще рано ехать. Я уже освободился. Давай я заеду, заберу. Не, чтобы тебя забирать, так рано еще. Сейчас на тебе телефон. Водя тащит. Пу-пу-пу, а? Так хорошо. Я тебе потом позвоню. Погода? Да. Я тоже думал, будет вообще таскать еще. Да нет, надо, я смотрел Антарктиду, станцию Восток международную, там на сегодня не было. Завтра, не знаю, если перестанешь лавочку, то получается. Вчера был, сегодня. А как вот это так хорошо? Ну, вчера он на качеле покатался, и получается, коляски в коту. Буквально полчаса. Упал так, ну, в коляску. От качели? Решай! Видел? Не видел, Юрец. Ага. Четко вообще так. Не, средняя, но именно там, знаешь, качнул, типа отдает. Постоял, полчаса подумал. Да, походу. Я не проиграли. Да, Юра сейчас там нарешал. Бодя бы уже был поломан. Трёха была на метр ближе. Да, я Юру. Да, может, нам подарок какой будет. 2-1. Мне что-то кажется, мы не с 8-го явка. Я беру, блядь, копилку. Мне самое будет прикольно. Смотри. На. О, нет. Держи. 5 рублей в копилку. Ага. А за что? Матюкнулся? Стоит, а? Матюкнулся, да? Да. Мы на кольцо быстро насобираем. Так да, так и надо. Так да, тут застрит реально плащ. Если бы у нас еще сват тут был, так вообще бы в минус жесткий бы ушли. Антон, да? Подняли вообще. Ремонт в школе. Я бы
Знаешь, ты ходишь на поляну, сразу за собой каток завозят, асфальт. Типа я, мне на все. Лакиш, как бы там на все сразу. Меня посмотрели. По-моему, 4-4 говорили или нет? Да табло не верь, оно барахлит. Ой, ой, ой. Хорошо. Что на боре, на вороты? Иди вперед! Круши все! С Димоном он не играл просто. Поэтому он на боре. Сможу пацана собирать. Я на видосе вижу, да, с этими, с рысями. Зачем? Все играем, короче, на меня. Понял? Четыре раза. Четыре подряд, короче, захерачил. Три, опять три, 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 да, что ты не выдержал сезон. А что там, сломался? Сломался. Алексей, так шо вы сильно... А там Фальчевский сидел больше всех, наверное, он ярый. Не, он как бы работает, но... Я понял, да. Люфт. Понятно, это что тут негде его откручивать. Так кто-то пытался против его воли крутануть. И крутанул. Сейчас пока не могу смотреть. Боря крушит всех. Ходи, Боря. Спасибо, конечно. А что у нас по турниру около? Тройки? Да. Ничего себе вы. Нам взяли. Вот это просто она только молотую игра. Я говорил давно, что она, блядь, нам будет как шило в жопе, блядь. И Angry Beavers не обязательно. Нас сюда засудили. И молот не сильно помогли второму. Вот... Минуту, блядь, не дождаться. Пиздец. Я тебе говорю, вот увидишь, видишь, мы на 30 работаем. Ну, это хорошо. Ну, вот и все. Скажите спасибо Кочке. А ты не понял, кто его кинул? В чем суть нашего физического упражнения сегодня? Да понял, что ж, мы все прекрасно поняли. Какая? Ну, Кочка хотел вытянуть. Нет, я тебе рассказываю. Ты, блин, потому что все кричат тут Кочка. Я рассказываю. Я говорю, давайте дождемся и сыграем игру. Пацаны начали кипишевать. Я говорю, Брезерс, решайте. Не-не-не, там Кочка нагнетал. Бля, не заебывай, я сказал, Брезерс, решайте. Что, Брезерс, все, мы слили?